Здравствуйте. Здравствуйте всем, а я только что смотрел аниме. Что ты на это скажешь? Вот «Клинок, рассекающий демонов». Знаешь, где смотрел? Правильно, на канале Васт. Потому что мы теперь смотрим постоянно аниме. Я анимешник, ребят, мне вообще просто... Вот даже дверь открыта, да? Ты меня спросишь, ты чё ты, куда ты опять вот это вот? Вот это вот. А я тебе скажу, все правильно. Записываем финал. This is Police. Мне там начали кукарекать эти, те, кто не подписан. Кстати, не забудь подписаться на канал, если ты первый раз смотришь. Да, колокольчик, там вот этот глагольчик, блядь, красную в синюю в красную. Короче, ты понял, въеби везде подписки и будь как мужик, не будь девкой. Кто девочки, обязательно подписка тоже. Я красивый, меня надо смотреть. Ну так вот. Мне сказали, игру забросишь и так далее. Ничего подобного, я сейчас зафиналю ее. Сейчас будет финал, карнавал. Да, как говорила еще Адриана Чечек. Казалось бы, при чем здесь вообще это? Ну да ладно. Все, всем приятного просмотра. Тебе не грустить. Не грустить, сука, даю установку. Знаю, что сейчас жарешь. Не надо грустить. Не надо печалиться. Там это... Все, ну, заяц, погоди. Ты понял. Все. Давай, на стримы заходи и будет весело. Блять, стримлю каждый день. На YouTube не все попадает. Не на Hardplay, Hard Games попадает часть. А вот на Васт канале, ссылка снизу в описании, там сердечко прожимай, и все, и welcome to club, buddy. Ёпт. Все, поехали. Расписание тоже в телеграм-канале Hard Insights. Заходи, подписывайся. Все, давай. Начнется здесь. Довели меня сегодня, довели. Да, до белого практически коленя. Все, поехали. Хочу финал посмотреть игры. Блять, 159 день. 21 день всего остался. Да, 21. Ать! Не понял. Сука. Так, все, нормально, нормально. Так, все, жестко, пошла напруженька, напруженька пошла. Опа, не пришел на работу. Пес, блять, второй день прогуливает. Не пришел. Да ты сука! Да я рты ваши! Еле держусь! Нет, блядь, сидеть, всем сосать, сидеть, работать! Всем работать, сучары! И с чего удумали? Спасибо. Что? Джек, от твоих партнерей тут поступила официальная жалоба, пока что о ней знаю только я, хочешь, заставлю ее исчезнуть? Да. 3000 долларов осталось. В связи с непростой экономической ситуацией нам пришлось принять ряд радикальных, необоснованных мер по урезанию пенсионных накоплений. Мы не собираемся разорять город ради лентяев, которые в свое время не позаботились о старости. Блять. За что вы стариков? Что? Что? Мэр собирается на день рождения друга. Друга. Будь, говорит, другом. Насри кругом. Не надо. Все, давай. Вперед. Поехали. Что произошло? Что это? Наша доля. Надо. Зарплата. Стукач. Я уверен, что сотрудники замышляют что-то против ваш. Ах вы сучары, а? Что они там? Кто там замышляет? Протест стариков. Блять. Вот как раз всей четверкой езжайте. Протесты гасите. Что это такое? Что? Да, подожди, ты там в мэрии что-то хотят. Чего? Биржа труда. Что? А, полицейских мне хотят дать. А, одобряем. Одобрительный момент. Блять, а черт его знает, в какую смену. Давай в Б-смену. Детектив вообще куда угодно, без разницы. Что тут? Нападение. Таксист решил проучить клиента, который попытался сбежать, не заплатив. Вот тут это надо вот вообще таким по мордасям давать. Шалопаи, блядь. Такси вызовут. Сейчас убегу из-за 100 рублей. Будет потом. Что это такое? Нападение. Мужчина напал на пару смешанной расы, которые... А, ну понятно. Блядь, все здесь понятно. Без слов. Смешанный, говорит, раз. Я все понял. Казалось бы, при чем здесь? Осуждаю всех вас. Слушайте, но у меня подавить протест силой? Нет. Поступил, но...
новый выбор. Все, у меня 500 тысяч, все, я покупаю дом, ухожу, как хотите здесь. Жестокое обращение с детьми. Орденоносный ветеран выволок своего сына из школы на улицу и стал публично наказывать за то, что он тайком курит. Ремнем, понимаешь? Ой, правильно. Вот еще, блядь. А, усугубилось без того усугубленное. Правильно сделал. Не-не-не-не-не. Ремнем надо. А нечего курить за школкой. Стоят шалопаи, одну сигаретку на 25 человек. Так, здесь пошло пожилое расследование. Задание выполнено. Вот, ничего страшного. Задание выполнено. Новый вызов. Так, ну все, здесь все пойманы. Неудобно как-то вышло. Жестокое обращение с животными. Вон парочку как раз он можно отправить, пусть сидят. Так. Ну шо? Курение, как говорится, убивает. Ой, извините, пожалуйста. Очень неудобно, очень-очень. Да. Даже не по себе, что ли. Так, подождите, подождите. А чё у нас? А, ну у нас уже идет расследование, да? Поступил новый вызов. Мужчина бегает по улице шприцом и колет прохожих, сообщая, что заразил их СПИДом. Блять, потепление, что ли, я не пойму, и в игре началось. Позиция. Задание новый вызов. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Сейчас отвечу на донат. Мужчина загнал в телефонную будку девушку, держит дверь. Мужик напирает и прессовывает руку со шприцом в будку. И шокера сразу шалопаю промеж рогов. На! Сюда! Нормально, котики живы, самое главное. Позвонил мужчина с испанским акцентом и сказал, что если из тюрьмы Фридбурга не отпустят его братьев по освободительной борьбе, он взорвет мост. Ложь, пиздеж, провокация, не верю. Не верю. Ничего у тебя не получится. Задание выполнено. Актер по вздору с режиссером на репетиции. Вам придется, да. Актер с режиссером. Вот эти ваши, вот эти вот. Все нормально, 8 из 10, все хорошо. Я не знаю, я по мосту не ездил все равно. Не особо не хотелось. Не, мост цел, цел, все. Ну, дурачок, наверное, выпилился и все. Да в смысле не сдерживаешь? Я же разогнал шалопаев. Тьфу, блядь. Я не понимаю, чему вот здесь вот никак вот не на это. Не... Что? Что не так-то? Подождите, я же все тогда раскрыл. Или нет? Что не так здесь? Мы тогда всю башку сломали с этим. Непонятно. Тогда же все мы вроде нашли.
И охранники, и планы, все. Один Денис не хочет ехать. Побег Дэвида мы запланировали, та-та-та-та-та, неприступная крепость, действовать куда тоньше, отправили... Дэвид добился права навещать свою мать после ее смерти, та-та-та-та-та. Примерном поведении во время посещения ни разу никаких проблем, количество сопровождающих у охранника сократилось с 8 до 2. До 2. Вот здесь вот явно их больше, это не то. И здесь не то. Непонятно. Ход был узким. Заехал на мотоцикле. Так. Проникает на кладбище на мотоцикле. Возьмет свой пистолет-заглушитель и быстренько все провернет. Чтобы охранники не успели среагировать. Подозрительный шум мотоцикла прямо на ходу, находясь на полустой, застрелить охранников, чтобы даже не опомнились. Бля. Непонятно здесь. Сука, я раскрыл это дело. Боже мой! Сколько же я его, блядь, ковырял. Ну, это гений на стримере. Это, ну, факт. Факт, конечно. Факт, но факт остается фактом. Задание выполнено. Бак машины, массовая драка. Все сюда, на кукан. Блять, не то место. Завершить день. 160-й, 20 дней, давай. Я понял. Все, старый, сука, я тебя сейчас реально уволю. Это то, что ты недоволен мне. Вы потеряли один рабочий слот. Ха-ха-ха-ха, догадайся, тварь, кого я уволю. Где? Давай. Поступил новый вызов. Какое совпадение. Поступил новый вызов. Бывает же такое. Бывает, бывает, да. Обидно, наверное. Растление малолетних, да. Ну шо тут, давай, поехали. Стоял хор, пел, а потом мальчик один убегает. И что-то беленькое на одежде. Так, Майкл, жертва. Мы с мамой уже собирались уходить, когда с нами подошел отец Хьюбер. Он повел меня в свой кабинет и велел читать Нагорную проповедь Иисуса Христа вслух, не поднимая головы. Сам он сел рядом, приобнял меня за плечи.
А потом расстегнул мне верхнюю пуговицу на рубашке. Мне это не понравилось, но я ничего не сказал. Чуть позже он достал свой фотоаппарат и начал снимать меня, пока я читал. Когда он отложил камеру и стал расстегивать ремень на своих брюках, я убежал. Мама, Майкл и его хор долго репетировали и, наконец, выступили перед паствой нашей церкви. Все аплодировали и славили Иисуса, аминь. После к нам с Эдл подошел отец, сказал, что хочет помолиться вместе с Майклом за то, чтобы Господь подарил ему столь ангельский голос. Отец сказал, что повезет Майкла домой, а я велела сыну идти вместе со святым отцом. Ох, долбай. На теле мальчика не обнаружено следов сексуального насилия. В кабинете обнаружено множество полароид-фотографий с мальчиками из церковного хора. На некоторых кадрах дети частично или полностью без одежды. Папа, мальчик, мне пришлось уйти с середины выступления Майкла. Завал на работе, но теперь в церкви я из рук сына больше не выпущу никакого хора. Так. Значит так, стоят шалопа и поют. Сейчас мы его отправим в петушатню. Сейчас мы старенького отправим. Блять. Значит так, сидят эти, блять, все аплодируют. Как к нам подошел отец. Вот он к ним подходит. Подошел. Говорит, о, привет. Я тебя знаю. С мамой. Вот это с папой сразу от винта. Шнурки здесь не было. Камера была полароид. Это не то. Это все не то. Не то. Это в конце он убегает. С мальчиком идет. О, давай я с тобой посижу. Нет, давай я тебе рубашечку расстегну и сфотографирую. Блять, сюда просто, сука, старый черт. Сейчас ты поедешь на кукан. Просто соло. Там кто-то пьяный, но ничего страшного. Нарушение общественного порядка. В автобусе номер 517 уже несколько часов катается грязный бомж, который Кража. Требует арестовать официанта. Этот узкогл... Стрип-клуб Твистер. Девушка прошмыгнула в комнату для приватных танцев и взяла в заложники стриптизера. Блять, ну это уже серьезно. Перси. Выдвигаемся, епт. Сейчас старого поймаем, будет ему голландский штурвал. Не говори. Сейчас доиграется. Все, да? Да. Сюда, бля. Задание выполнено. Еб ты мать, бомжа не смогли поймать. Сбежит. Почему у Перси 800 очков опыта? Потому что это великий человек. Стриптизер стоит на коленях, рядом стоит девушка. Она медленно ведет лезвием ножа по щеке. Мужчина орет: от греха твоего тебя очищу. Леди, кто не без греха? Прокатило. 715 попрошу заметить у Перси. Тут это вам не там. Ёпта, что происходит? Жестокое обращение с детьми. Блядь, сейчас разобьется, дурак. Пьяным на работу пришел. Ну ты че, роднуля? Кстати, а что насчет...
Так, ребята приехали. Угроза. Девушка загорала на пляже, заметила парня, который привязал к себе к шее пару кирпичей и зашел в воду. Сейчас бы зимой загорать. Сюда. Пока все чики-бомбони, кстати. Проституция. Мой муж снова нажрался дешевого коньяка и уехал с друзьями к этим шлюхам. Мне уже достало, что проститутки десятками собираются в одно и то же место. Почему вы с этим ничего не сделаете? Поступил новый вызов. Вызовов так много, и каждый гетто останавливается здесь на углу, чтобы купить сигарет. Всякий раз к моей машине подходит очередная размалеванная деваха с сиськами наружу и предлагает... А нас почему, не, я не понимаю, не позвали с ботаником? Не-не-не, мужика душить не будем. Вандализм. Неизвестные люди ломают телефонные будки. Перси. Порча имущества. Штыкарщики играли в футбол, после школы разбили окно. Задание выполнено. Дурака поймали. Реально с кирпичами, прикинь, зашел в воду. Поступил новый вызов. Горничная увидела, как муж столкнулся с лестницей, столкнул с лестницы жену в инвалидной коляске, не понимая, почему он это сделал. Они ведь так любили друг друга. Скорее всего, фейк, но давай отправим. Конец смены, можно. Желаю подмога, поехали. Проституток в отдел везем, все правильно. Давай не будем. Сегодня важный семинар госслужащих, мэрия. Пьяного отправим. Да, нам чё. Задание выполнено. Сюда. Поступил новый вызов. О-о-о. Задание выполнено. Задание выполнено. Ёпта. Не шутя вы, ребята, работаем. Не, ну персит, ну конечно, но... Кто же еще, ребят, спасет этот город, как не генерал Перси? Адмирал практически самый вообще главный наш боец преступности. Нагибатор 228 просто. Лех, спасибо, сейчас мэрия охереет, пьяный, да, сейчас приедет. Блять. Джек, сегодня ночью мы с ребятами играем в покер. Хочешь, как, конечно. Да ёпта, на 30 тысяч долларов про... Давай, поехали. О, Лас-Вегас! Сейчас, покер, смотри. Смотри, куда ты полез? Куда вы полезли? Я сразу all-in, ребят. Задание выполнено. Сразу. А сколько это 30 тысяч долларов? 3 миллиона рублей? All-in. Олег, пас. Нормально, нормально, сейчас. Сейчас я, сейчас, смотри. Легкие, легкие бабки, просто легчайшие. Поехали. Давайте. Ну, блядь, ясно все, полная хуета. Так, поехали, сбросить. Так, все. Куда лезем сейчас мы, а? Блядь, сейчас мы... Да, блядь. Сейчас я... Открою здесь сейчас пивандеп. Давай, 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 давай. Чек all-in сейчас пойдет здесь. Опа! Шо, блядь? Чек, ёпта. Сейчас смотри, сейчас я их покер просто нагну. Я во всех играх всегда в покер нагибаю. Кроме сегодняшнего дня. Эх, блядь. Сбрасывает, все, девка, ясно. Бля, пятерки не хватило. Ах ты, сука. Сука! Блять.
Опа! Почти, почти, почти. Сюда, давай, сыночек, давай! Сразу. Оп, чек. Ту-ту-ту-ту-ту! Опа! Ставочка, да, сука? Что? Сбрасываем. Опа, сюда, сюда. Давай, 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 давай. Давай, сыночек, давай. Принять, ёпта. Все, да? Блядь, сейчас я могу... Сейчас я могу загрустить. All-in, ёпта, блефуем, нахуй. Поехали. Все? Ой, блядь. Ой, пизда. Блядь, пизда. Просто с картами немного не повезло, и все. Все, вот это вот моя, точно. Вот это точно, блядь, моя. Поехали. Поехали, поехали, школьничек. Давай, давай. Оп. Нахуй своровать где-нибудь в участке. Ничего, ничего, нормально, нормально. Сейчас. Как говорится, первый был пробный. Так, спецназ вызовите туда. Надо накрыть это блядское подпольное казино. Едва ли держусь на ногах. Нет. Да. Нет. Да. Да хуй знает. Да. Да. Нет. Так, вызывайте. А, да. Шо, сука? Попався? Поехали. Допрос с пристрастием. Значит так, церковная банда у нас тут нарисовалась, да? Это который по 75 мне монет платил. 31 год. Родился с частичным нарушением слуха. Хуёво слышит. Которое из-за слишком агрессивного, интенсивного лечения переросло в повышенную слуховую чувствительность. Из-за трудного детства и тяжелых условий жизнь страдала от приступов тревоги, на фоне которых возникли серьезные физиологические проблемы с переносимостью тепла. Итак, дополнительная информация. Родом из Шлюхенштрассен, там Перхсдольфа, блядь, Австрия. Австрия, короче, Австрия, длинное слово, откуда уехал с 8-летнем возрасте вместе с матерью, чтобы скрыться от отца, который на протяжении 3 лет неоднократно его носил. Слушай, брат, тебе реально, блядь, повезло. Последующие 6 лет прожил в ужасных условиях на крыше ветхого дома. Оттуда его несколько раз забирали в больницу из-за крайне серьезных осложнений после тепловых ударов. К 15 годам мать встала на ноги, стала хорошо зарабатывать. Они переехали в небольшой дом. Тем не менее, в школьной характеристике говорится, что чувачок все равно был замкнутым изгоем, которого ровесники обходили стороной. В 18 лет записался добровольцем в армию, где увлекся религией. После службы поступил в католическую семинарию, а затем решил полностью посвятить себя церкви. В 28 стал священником. Едва ли не лишился саны из-за организованной им демонстрации. Наркотики, путь к сатане. Который закончился потасовкой, масками, задержаниями. Поехали. Что с ученочек, блядь? Все? Тебе нравятся маленькие мальчики, да? Нравится? Недоразумение, да? Колю Буравчика знаешь? Буравчика нет?
Папочка, да, привил любовь? Давайте не будем об этом. Наркотики, дорога к дьяволу. Да. Ага. Сюда просто, сюда! Признание, сюда! Додавлен! Все? Да. Сюда, сыночек, ёпта. Адмирал Муди. Будьте любезны, ёпта. Сейчас я вас всех, блядь, на кукане. Помянем. Помянем. Чё? Скандальный художник напился, теперь шатается по улице голышом с револьвером в руках. Знаешь, сынок. Сейчас ты, блядь. Ты шатаешься, друг мой. Чего? Нет, ёпта. Ага, подставить меня хотите? Сейчас, я за честность, я за закон. Начальник отчитал рабочего за опоздание, тот взбесился, схватил гвоздомет. Погнался за шефом. Так, мужики, ну-ка скиньтесь там по 1000 все, мне надо еще ночью будет в покер поиграть, пацанам зайти. И спецназ не забудьте сегодня с собой захватить. Блять, устрою. Без спецназа не поеду, сейчас спецназ вернется и накроем эту шайку-лейку, блять. Кстати, расследование, будьте любезны. Тихо. Ко мне сюда. Задание выполнено. Сюда. Так, погнали. Поступил новый вызов. Нападение. Группа стройных девушек хихикала над пируэтами полной дамы. Та не выдержала и набросилась. Джек, у нас прорвало трубу сразу в нескольких местах. Людей не хватает, мы буквально тонем в дерьме. Пока нам не удалось локализовать проблему в районе гетто. А, ну бывает. Поступил новый вызов. Двое мужчин с бейсбольным битом пришли в аркадный зал. Азартные игры, оружие сатаны. Все, я тебя понял. Сейчас, пацаны. Хотя... Говновоз, говновоз, говновоз. Ра-тай, ра-та-тай, ра-та-тай. А вот и дело раскрыто с этими байкерами наконец-то. А вот теперь. А вот теперь, ребята. Вот теперь реально надо запотеть. Тут 8 из 10, чекай. Не, пацаны, у нас все на выезде, сорямба. Задание выполнено.
Задание выполнено. Фух, главное, все живы, все нормально, 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 нормально. Хорошо. Там фейк вообще оказался. Хорош, сюда, блядь. Вандализм. Пожилая пара мужчин пожаловалась на соседских детей. Они уже в четвертый раз за месяц пишут слово «пидоры» на нашем гараже. Шеф, мы не для этого учились в академии, чтобы сейчас ковыряться в дерьме. В следующий раз сам спасай мир от потопа. А, ну ладно. 4000 долларов они, как говорится, да, лишними не бывают. Одобряем. Да, эти пацаны у меня ушли говно отмывать. Ничего страшного. Уже конец смены. Должны, должны, должны зарешать. Какие злые дети. Поступил новый вызов. Продажа наркотиков. Подозрительному мужчине в толстовке, ошивающегося в парке, регулярно жалуются очевидцы. Но это, скорее всего, просто кто-нибудь гуляет, но давай съездим, проверим. Задание выполнено. Так, детишек за плохие слова повязали. Так, это у нас был 161 день. В старшей школе учились проблемы с законом. Да не вопрос. Нате, двух шалопаев забирайте, они мне сон не нужны. Задание выполнено. В принципе. Мы, знаете, что в кайф? Мы в свое время такое количество сотрудников намутили, что нам вообще просто... Так, здесь собираем. Маловато, ребят, маловато нас собирали. Не-не-не, из-за говна 4 полицейских сказали, ну дайте нам отгул, типа, все. Мы домой пошли, от, типа, мы все в каловых массах испачкались и это. Хотим отдыхать. Мы их поэтому и отпустили. Не, а что я буду им говорить, нет, что ли? Меня вот это вот напрягает, вот это вот. Что им все не так-то, я не пойму. Вроде стараюсь, вроде все делаю. Че они все выеживаются? Че? Да. Нет. Нет, блядь. Всем, сука, работать. Опять нажрался второй раз, ёпта. Перси можно дать еще? Жалко. Этот скоро вылетит, товарищ. Чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин-чин. Поехали. Не отпускаешь, за схера ли я их столько должен отпускать? Поступил новый вызов. Так. Слот детектива хорош. В любую абсолютно смену. Еще прибавочку намутили. Уф. Можно в А-смену. Поступил новый вызов. Массовые АО. Человек в плаще, в маске зашел в школу, расчехлил меч. Я дальше все можете не продолжать. Я, говорит, блядь, пожилой джиггернаут. Понял. Мэрия. Вообще без бэб. Забирайте вот самых вот утырков без проблем. Теракт. Ну, если только вот так. Мистер Норрис сообщил о взрыве на улице, делал на кухне сэндвич, раздался оглушенный грохот. Все, я понял, у деда флешбеки. Это флешбеки стопудово. Фейк. Вот это будет фейк. Фейк же, да? Задание выполнено. Да. О, мужчина сообщил, что заминировали один из лифтов в небоскребе. Приготовь серверку, скоро эти богатые мешки с дерьмом взлетят на воздух. А тут без спецназа никак. Задание выполнено. Слушай, ну здесь повязали. Если сейчас спецы успеют вернуться, они, по-моему, успевают вернуться. Сейчас будет good morning, yeah!
вас утихо. Что началось-то? Я не понимаю вообще. Какой good morning? Ты о чем вообще сейчас? Бля, не успеют. Не успеют. 5, 4, 3, 2, 1. Жопа. Не успевают. Стопудово. Пробуем. Надеемся то, что... Надеемся то, что, короче, шара. Где был ваш бог, когда... Перс, иди и втащи, пожалуйста. Риск, а что делать? Можно было скипнуть, в принципе. Ага, спасибо за совет. Подумаем. Сегодня у нас фильм «Пятый элемент» будет. Это уже другое дело. Девушка примеряла юбку и потом... Потом, короче, допримерялась, я понял. Так, бабу задержали. Поступил новый вызов. Да хорош, ёпта, что в городе-то происходит? Все крыши, что ли, поехали разом? Что? Кража. Бывает. Задание выполнено. Ну, бывает. Задание выполнено. Шо? Нападение диких животных. Каждое полнолуние на кладбище прибегает... Задание выполнено. А мафии-то теперь нет. Пока все складывается очень хорошо. Пока что. Пока что это, блядь, ключевое слово. Звонки с угрозами. Забидная тема. На удивление, смена прошла нормально, и никто не улетел кое-куда. Прям вот реально на удивление. Почему они красные? Посмотришь в предыдущей серии, поймешь. Так, ритуал понятно. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушайте, мне что-то подсказывает, что здесь все кадры есть. Что ж получается, все, что ли? Ничего они больше найти не могут уже второй раз. Итак, жертва нападения. Мы с Алексом спокойно гуляли по пляжу, как вдруг подбежал какой-то мужик и ударил Алекса кулаком в затылок. Это уже не подходит. А нет. Алекс упал, мужик схватил меня за волосы, начал орать, что даже хуже, чем шлюха, раз плюс с темнокожими. Я пыталась вырваться, но этот урод крепко меня держал. Потом я увидела у него в руке кастет, из которого выкидывается нож. Что-то здесь кадров явно не хватает. Да нет, нет, это, блядь, сказки. Слушай, а что у нас по этому расследованию? Почему так мало-то, ёпт? Хватает, вы думаете? Ножом резал мне щеку, боль была адская. Допустим. И мужик побежал в сторону парковки. Может быть, вот так вот, потом вот так вот. Потом вот так. Типа, потом вот так и вот так. Кадров, ребят, реально не хватает.
Тяжелый удар в затылок. Щека девушки разрезана небольшим ножом. Парня оглушили сильным ударом в затылок. Ударил его кастетом. Я еще раз говорю, здесь не хватает стопудово кадров. Просто что-то почему-то они не находят. Не-не-не-не-не. Нужны. Там кастет и нож. Биты там вообще нет. Да я сразу сказал, слишком длинная полоска. Типа, не может быть прям кадр в кадр. Это слишком просто было. Да ёпта. Что-то сейчас будет. Подходит, ребят, к финалу. Осталось всего 20, меньше 20 даже дней. Челик не пришел на работу, Да. Нормально, вывезем. Нормально. Бля, ну тяжелый предмет, да, это скорее всего бита. Из-за нехватки федеральной субсидии мы больше не можем. Бывает. Так. Поступил новый вызов. Протест ветеранов. Не буду разгонять. Ничего не знаю. Угроза физическому здоровью. Мужчина в костюме Санта-Клаус, который пригласили на вечернее представление, сильно перебрался спиртным. Это Бэт Санта. Прямо в разгар гуляний полез на елку и стал ее раскачивать. Зрители кричат, чтобы тот слазил. Ай, блядь. Поступил новый вызов. Дядя Петя, ты дурак. Анна Грусь выгуливала свою чихуахуа. Это который 50% понял агрессии, 50% злости. Или это страха. Заметила парня с девушкой, которые залезли прямо в фонтан и начали стягивать друг с друга одежду. По-моему, у них сейчас будет секс. Что же я им мешать, что ли, буду? У нас все-таки нормальная полиция в городе. Поступил, вот еще, блядь. Завидуй молча за свои, блядь, чихуахуа. Семеро вооруженных бойцов за права животных ворвались в зоомагазин, стали требовать, чтобы все заключенных освободили. Несколько посадить бойцов выход, в суматохе кто-то выстрелил. О, понял. Тут уже суета конкретная. Здесь вот уже по-тяжелому. Здесь прям конкретно по-тяжелому. Все, преступники скрылись из фонтана. Увидел. Поступил новый вызов. Не-не-не, пока новые вызовы не берем. Хотя у нас нештатная ситуация. Заложников поставили на канели, подготовили к казни. Но преступники спорят, не могут решить, кто станет палачом. Начать переговоры. Подозреваемый с татуировкой на лбу хотел открыть огонь по заложникам, но предохранитель на пистолете ему помешал. В смысле, это? Флешечка просто и сразу тяц! Сюда просто работает спецназ! Ёп, куда вы там? Ломимся! Пропажа человека, лесопилка. Пятилетняя девочка пропала во время семейного барбекю на природе. Только на секунду отвернулась, ее уже не стало. Немного ли народу на поимку девочки, нет? Нахер ты идешь? Мафиозник хуев. Массовая драка. Сорок человек в поножовщине участвуют. Ёпта, вы что там устроили-то? Херасе. Жестко. Задание выполнено. Поступил новый вызов. Девочка решила в прятки поиграть, как мило. Что, Мэри, иди нахуй. Нет у меня людей. А я говорил, что там будет жопа. Вооруженное ограбление, ну бывает. 8 из 10, как говорится. Задание выполнено.
Но извините, не такой у нас штат огромный. Задание выполнено. А вот то, что в массовой драке всех попустили, вот это очень хорошо. Бывает. Поступил новый вызов. На порча имущества. Пенсионерка сообщила, что возле ее друг ходит викинг верхом на единороге. Ох, блядь. Сколько ж вас ебанутых, а? Поступил новый вызов. Блядь, а ведь такие звонят. А бабца возвращалась ночью с вечеринки, услышала женские крики. Она выглянула из-за угла и увидела двух мужчин, срывающихся с молодой девушки одежду. О. Тут надо уже работать. Тут у нас любители это острых ощущений. Задание выполнено. От давления у бабушки начались галлюцинации. Да как новых кадров не найдено? Да, блядь, да не может быть. Подожди. Ну-ка, секунду. Это реально бред какой-то. Ну-ка, пацаны, как не найдено? Жестко. Задание выполнено. Вот сюда. 7 дней до финала игры. Не 7, а... А, до 180 дней. Короче, вообще понты осталось. О! Он уже здесь. Ну, так чего вы ждете? Семнадцать дней, да. Сегодня добью стопудово, да. Добиваем, да, ребят, идем фильм смотреть. Джек, знаешь, как мне удается так долго оставаться на посту мэра? Да, знаю. Хотите поговорить об этом? Нет-нет, Джек, я о другом. Мне так долго удается оставаться на посту, потому что еще в самом начале карьеры я усвоил важное правило. Если кто-то, твой друг или твой враг, чего-то очень хочет, хочет по-настоящему, его можно на этом поймать. Полностью с вами согласен. Чего хочет Джек Бойт? Спокойной пенсии? Сомневаюсь. 500 000? Я думаю, эти 500 000 — миф. Зря ты так думаешь. И все поверили, что ты, собрав эти несчастные деньги, уйдешь с дороги. Уйду, бля, я буду. Я думаю... Нет, я уверен, ты хочешь и всегда хотел только одного — остаться шефом полиции. И только я могу дать тебе это. Ты должен возглавить спецоперацию против Чаффи. Хочу, чтобы к нему в его вонючий ресторан нагрянул спецназ. Хочу, чтобы ты лично там был. Лично появился перед камерами. Хочу, чтобы этот педик получил пулю во время ареста. А лучше 50 пуль. Хочу, чтобы его изуродованное тело показали в прямом эфире. Хочу, чтобы ты спланировал операцию безупречно. И если я останусь доволен, ты сможешь сохранить свою должность еще на 1.5 года. А,
Полагаю, мы договорились, а? Поцелуй мою залупу. Не на полтора года, мистер Роджерс. До конца жизни. Ты думаешь, можешь диктовать условия, Джек? Да. Потому что если кто-то чего-то хочет, его можно на этом поймать. Полагаю, мы договорились. Бля, жесткая пошла напруга! А это, кстати, был конец серии. Прям сейчас на ВАЗе, ребята, самые первые ребятушки, которые меня сейчас смотрят, увидят финал, развязку этой просто душещипательной истории. Мне реально интересно, чем закончится и кто у нас станет новым мэром и останемся ли мы у поста. Ставь лайк, подписывайся на канал, ссылка внизу в описании. Жду тебя на ВАЗе. Удачи!